С пьехой случилось непоправимое. У артистки отказывают ноги, и она предпочитает больше сидеть. И даже на сцену во время традиционного сольного концерта Эдиту Станиславовну выводили помощники и дочка Илона Броневицкая. Однако за время выступления певица 4 раза переодевалась. «Я чувствую себя хорошо. Пока живу, пою. Но мне надо починить ноги, которые в последнее время забыли о том, что им надо работать и помогать мне», – рассказала пьеха. Почти 2 часа Эдита Станиславовна исполняла для любимых зрителей свои самые известные песни, а те засыпали ее цветами. Их было так много, что солистка пошутила: «У меня в буквальном смысле появился еще один сад». И за кулисами была праздничная атмосфера. Коллеги и друзья говорили, что Дита, так ласково называют пьеху, близкие, не только хорошая певица, но и потрясающий рассказчик. Весной поступила информация о том, что народная артистка СССР попала в больницу. Все стали гадать о причинах. Назывались тяжелая болезнь, недомогание, проблемы с сердцем. Но Эдита Станиславовна успокоила публику, сообщив, что всего лишь простудилась и проходила плановое обследование. При этом выступление в нескольких городах России отменили. Не было ее и на дне города в Санкт-Петербурге, несмотря на обещание выйти на сцену в концерте. И с выступлением в Октябрьске 31 июля не заладилось. Даже казалось, что оно не состоится. Но пьеха все-таки встретилась с публикой в свой день рождения, хотя и не там, где обычно. По сообщениям некоторых СМИ, ей не удалось договориться с главным питерским залом из-за высокой стоимости аренды, которая оказалась артистке не по карману. Но причина, как выяснилось, была не в этом. Просто на эти даты зал был уже забронирован, но для других мероприятий. Поэтому сольник пьехи перенесли в театр эстрады. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!